Всем привет, меня зовут Григорий Панин, рядом со мной Павел «Непонятная стрижка» Колидов, и сегодня мы сыграем в игру «Угадай кто». Угадай, да? Кто, да. Классная стрижка. Если это примерно, ну, одно и то же, я примерно знаю, кто мы, я уже сразу догадываюсь. Раз, два, три. Давай, начинай. Че, я про себя, да, спрашиваю? Да. Че, я хоккеист? Да. Когда-то играл в Уфе? Когда-то? Когда-то. Ну, в принципе, да. В том сезоне играл? А я ему уже не могу подсказывать, да? В том сезоне я играл? Да. Ну, я тоже, походу, спортсмен. Ну да, походу, да. Какой-никакой, ну, да. Судя по всему, никакой. Я клюшку держу вот так, праворукий. Да? Да. Вопрос номер два. Ларсон? Да. Ну, Харти? Ну, нет. Ну, ладно. Ну, не угадал, не угадал. А, так и так. Мешай, повторяем. Я творческая личность. Да? Что-то с музыкой связано? Что-то с музыкой связано. Кучерявые волосы? Нет. Женского волоса? Ну да. Я его хорошо знаю. Очень. Немного вариантов. Нет, этот один. Ладно, ты не подсказывай. Нас одна подсказка. У меня последний вопрос есть, чтобы я потом начал угадывать. Да. Я хочу задать такой, чтобы угадать сразу. Так это третий вопрос. Да, третий, я уже жду. Да. Наводящий. Наводящий. Ну, давай. Так, ну вы тоже знакомы. Угу. Третий вопрос закончился. Так, певица. Да? Дайнека? Да. Должен. Должен. Я просто не хочу не угадать. Должен угадать. Если это будет другой человек, а я назову другого, я попаду в нормальный. Ты должен угадать. Я угадывал так раньше. Года два, наверное, назад. Пытался угадать. Ну и угадал в итоге, кстати. Ну давай, не стесняйся. Тут певица, значит? Я не знаю, не знаю. Нет. Я был связан с этим человеком. Наручниками. Ну, наручниками я много с кем связан. Так, подожди, она певица. Нет, актриса. В сериале «Универ» снималась? Ну да. Рудова, что ли? Наташ, прости. Че ты прощения просишь? Ну, Рудова? Она должна просить у тебя прощения. Какая фотка. Вика. Вика. Наташ. Привет. Привет. Ой-ой-ой-ой-ой. А что будет здесь? Вы что, прикалываетесь, что ли? Вы что? Я человек мужского пола? Да. Я связан с Уфой? Да. Цулыгин? Нет. Я тоже с Уфой связан. Высокопоставленная должность у меня. Сильно. Насколько высоко? Максимально? Именно в городе Уфа. Хабилов? Нет. Ну ладно. Но ты был очень, очень. Ну давай дальше с тобой продолжим. Так, у меня тоже с руководством связано? С каким? С уфимским, да? Ну, да. Да? Да. Да, это Баширов? Именно. Ты спроси, где? У тебя два варианта, в городе, в команде? Я спрашивал, самый главный человек в городе? Нет. Самый главный человек,
команде, ну, в клубе. Да. У тебя там обезьянка такая динь-динь-динь-динь. Да так, или как? Я тренер? Нет. Главный человек в хоккейном клубе «Салават Юлаев». Аширов? Да, Эльсвета. Вы что? Про место, город, да? Что нет-то? Ты скажи про... Что ты? Спроси меня, нормальный вопрос задай. Это спортивное сооружение? Нет. Дальше спрашивай. Так, если это связано с коллективом, это вполне возможно, много человек. Там... Орги. Ты команда, но неодушевленная. Такая есть? Да, что-то с этим связано. Я брал кубок. Ты брал кубок. Точнее, в этом стадионе брали кубок. Ну что, зеленый цвет там не вписывается. Я существую? Угу. Жесть. Стадион находится в Московской области. No. Yes. Ладно. Погнали дальше. Ну, давай. Блин, я не знаю, что это может быть. Это может я спрашивал клуб? Этот вопрос. Клуб? Клуб? Клуб. Да. Какой? Какой? Это я у тебя спрашиваю. А, у меня просто клуб, что ли? Да, ночной. Ну, Как арена Фетисов? Как арена? Да, Фетисов арена, да. Как в Омске называется арена? Ну как в Омске называется арена? Я же не так, наверное, и называется. Омская арена? Класс. Мы это сделали. Теперь молодой человек. И у нас игрок играл тоже в этом клубе, был раньше. Соша играл в этом. Атлант, что ли? Да, представляешь? Сколько слов? Ну... Слово из трех состоит слов. Да. У меня нет представления даже, честно. Я просто наугад сказал. С хоккеем связано? Нет. Погнали дальше. Это... одушевленный предмет? Нет. Неодушевленный? Нет. Это связано с моей жизнью? Угу. Личной? Ну, ты это очень близко к сердцу принимаешь. Это есть у меня дома? Не знаю. Это какая-то техника? Нет. Дальше. Это связано с машинами? Да? С ремонтом? Да. Это связано с моим автомобилем. С ремонтом. Что там? Что еще надо спросить? Коробка. Да. Все? Да. Я хочу посмотреть, что он... Нормально расписал. Я думаю, что так много можно сказать. Ну, чтобы понятно было. Давай. С отношениями не связано это. Это максимально просто, не углубляйся. Максимально просто, я не знаю, шлем, коньки, щитки. Ну, что-то из этой серии, только надо угадать, что. Самый главный атрибут почти. Опа. Ракушка, что ли? Ну, это не главное, у тебя уже дети есть. И зачем? Ну, самый главный что может быть? Шлем, коньки. Еще? Еще один из самых главных, окей, так. Клюшка, что ли? Молодец. Капец, клюшка. Все просто максимально. Поздравляю себя с победой, да? Я ты вас был, не хочу поздравлять. Ты был хорош, но выиграл я. Не во всем, но да. Ну еще... Давай это объявляй.
Да, ребята, это был первый выпуск. Хотим пригласить дальше Пименова. И Кулемина. Посмотрим, что из этого выйдет. Проигравший должен сделать 15 бёрпи.